В Новосибирской области ищут новую семью детям, которые дважды лишились своих родителей. В 2014 году в детском доме поселка Дорогино усыновили сразу 9 детей. Но недавно их приемная мама умерла. И всем ее сыновьям и дочкам пришлось вернуться обратно в приют. Александр Ланцков расскажет подробнее. А я Серега. Такой, такой, молодец! Ой, умница. Ну, смотри, где прошло, постишь, ты шла, вот, да? На этих кадрах Сережа делает первые в жизни шаги. Для 5-летнего мальчика с диагнозом ДЦП в детдоме шансов встать на ноги не было. А вот в приемной семье прогресс заметили в первые же месяцы после усыновления. Я бы хотела сдать своим детям первое, чтобы они научились любить, чтобы у каждого была семья не такая, какая у них была в детстве, чтобы они не повторили судьбу своих родителей. Но детская мечта сбылась ненадолго. Через несколько месяцев после этой съемки новая мама 9 детей умерла после тяжелой болезни. А сыновьям и дочерям пришлось снова вернуться в Дорогинский детский дом. Мы, когда приезжали к ним в гости, мы всегда получали вообще удовольствие от общения, потому что, ну вот прямо от общения с ними, вот видно, какие они светлые, такие радостные. Вот. И то, что после вот такой светлой истории внезапно случилось так, что мама умерла, ну, этого вообще никто не мог предположить. 4 детей, осиротев второй раз, уже нашли новых приемных родителей. Остальные – Саша, Рома, Сережа, Нина и Надя – слишком привыкли друг к другу и не хотят расставаться. Какие бы мы условия здесь в детском доме не создавали, хочется, конечно, чтобы эти дети нашли все-таки свою семью. Желательно, чтобы семью найти для всех 5 детей, потому что они долгое время проживали все вместе с 2011 года. Искать для детей новую семью помогают волонтеры местного благотворительного фонда. Они знают, что усыновление сразу 5 случай довольно редкий. Но дети надежду не теряют и знают точно, какой будет их новая семья. Чтобы нас всех любили, уважали, не ругали, что у нас хорошая семья. Александр Ланцков, Лайф, Новосибирская область.